Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и наконец-то я прошел этот гребаный черный смерть. Я не стал это записывать, потому что, ну, это бредятина. Мы в прошлой серии занимались абсолютно тем же самым, чем занимался в Траст, когда прошел. Но, с одной лишь разницей, в этот раз мне повезло, и границы не успели закрыться до тех пор, пока вирус не попал в каждую страну. Это не ебически рандомный какой-то сценарий. У нас здесь открылись много, очень много сценариев. Начинаем, так, телепортация. Люди знают, где можно приезжать эпидемии, будет ли за полез в благих целях. Очень много. Здесь, в принципе, очень много. Мы давайте по названиям пройдемся. Телепортация, вирус не пах, замороженный, но откуда? Возможно, вам повезет. Новые органы. Свиной грипп, всем наплевать, всемирное потепление, вулканический пепел, граница на замке, дефолт гаранта, зеркальная земля, золотой век, ксенофобия, ледниковый период, оспа, пиратская напасть, рождены равными. Ну хрен его знает, давайте тогда начнем что ли по порядку, или может быть нет. Замороженный вирус. Давайте, так как сейчас на улице неебически холодно, и все-таки зима, и может ледниковый период все-таки. Колебания солнечной активности привели к снижению интенсивности солнечного излучения, вызвав глобальное похолодание. Температура поверхности Земли упала более чем на 5 градусов. И другие климатические изменения. Неужели в аду тоже заморозки? Либо вот это, либо замороженный вирус. Древний вирус ожил. Ровесник неандертальцев он провел в мерзлоте 30 тысяч лет. Его ДНК ослаблена. Сможет ли он вернуть мир в каменный век? Давайте начнем с него. Давайте все-таки с замороженного вируса. Почему бы и нет? Я не знаю, не хочу вот эти, потому что вот просто... Да хрен его знает, то, что холодно на улице, ёпты, что я тут объясняю. Так, вставить ген. Быстрый старт. Это бонус на очки ДНК. Дарвинист, мимикрия, болезнь труднее вылечить. Дарвинист повышает вероятность мутации болезни. Давайте. Тирацит, родной биом. Я думаю, аквацит, потому что по морю это очень хорошо. Здесь почему-то все закрыто. Почему, бляха, все закрыто, я не знаю. А здесь мы ионизацию при откате возвращается больше очков ДНК. Замечательно. Поехали, без проблем. Опять-таки средний... Питховирус. Хорошо. Давай. Ну, мы по стандарту пойдем, почему бы нет. Зачем лишний вирус изобретать? Сценарий... А, прям с России, смотри-ка. Сценарий «Замороженный вирус». Вы древний вирус, который провел в мерзлоте 30 тысяч лет. Восстановите свою поврежденную ДНК, чтобы вновь обрести белые возможности. Благодаря добыче нефти в Сибири вы вырвались из вечной мерзлоты. Вы очень устойчивы к холоду, но в теплом климате вам будет непросто. Только в России можно начать? Ну, хорошо, без проблем. Болезнь Куплемии заразила первого человека, но вообще слишком слабая, это мы все знаем по стандарту, собственно. Куплемия вирус, он часто мутирует, его сложно контролировать. Отказ от симптомов не бесплатен, ска, бляха. Ну ты посмотри, а ты посмотри, а ты просто посмотри на это, зачем я все это вставлял? Ой, как тут, что такое? Амебы подвержены вирусной инфекции, распространяются с пресной и соленой водой, повышает заразность. По симптомам, бляха, муха. Напряжение челюстных мышц, но это мы все прочитаем потом, когда с вами начнем. Так, у меня устойчивость к холоду, это хорошо. Возрождение древних симптомов, способность жить в теплой среде. Так, ладненько, допустим. Давайте-ка мы сначала поедем распространяться куда-нибудь, а потом посмотрим. Блин, зря я оставил, значит, вероятность мутации. Надо было сделать так, чтобы не повышалась стоимость отката. Запущена новость, да-да-да, социальная сеть. Серьезно, если сейчас болезнь будет быстро мутировать, нас быстро обнаружат, и мы быстро умрем. А так как я вообще совершенно не понимаю ни симптомов, не знаю, не видел ни разу ничего этого, то мы... Нам будет сложненько. Ладно, повышает заразность, допустим, сразу. А, нет, подожди-ка, откатить. Не, не хочу, подожди-ка, не хочу ничего откатывать. Симптомы, умения. Нам нужно 3 очка накопить ДНК сюда, окей, сейчас будем копить. Накопили, замечательно. Ты да, так все новенько, так непонятненько, так прикольно все. Отлично. Так, начальное. Частичное восстановление поврежденных белковых цепей, возрождение древних симптомов и способности противостоять базовым иммунным реакциям. Это у нас что появляется-то? Это у нас вторая хрень появилась. Хорошо, тогда мы сейчас прокачаем и сразу вот эту, почему бы нет. Ага, смотри-ка, получается, прокачивая эту херню, мы восстанавливаем все, что можно было, все, что было, в принципе, в обычных вирусах, но не было доступно. Мы восстанавливаем свою ДНК, все логично. Восстанавливаем свою ДНК и пытаемся заразить весь мир. Красота, почему бы нет-то? Замечательно. Так, у нас очень плохая устойчивость к жаре, но до жары мы пока не добрались, до... Тех далеких, так сказать, конти... А что, уже прокачалось что-то?
Твою. А умеренная боль в жевательных мышцах, особенно во время еды, и периодическое щелканье челюстей. Ну, хорошо. Так, а вирус меняет ДНК амебы, позволяя амебе-носителю выживать в теплых тканях животных. Повышает заразность, без проблем. О, вот это уже хорошо. Это мы сейчас начнем. Значит, нам нужно быстренько качать распространение как можно быстрее. Россия. Ой-о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 й
внутренних симптомов и способности выдерживать повышенные температуры. Раз. Начальное становление прижжённых белковых цепей. Возрождение древних симптомов и способности выдерживать... Да, это уже было. Два. И куда мы так идем-то? Так, передача симптомы. Я что-то не понимаю, что я развиваю, но хуй с ним. Ладно, нам сейчас надо таблетки прокачать, чтобы в богато. Задержка. Ну, нас пока вроде как не обнаружили, потому что, ну, только челюсти у нас болеют. И, в принципе-то, все. Нет, новая легкая болезнь распространяется. Изначально нас с вами, значит, обнаружили, ну и хрен бы с ним. Тогда, значит, мы по передаче сразу. Перестановка ДНК амебносителей размножается в фекалиях животных, повышая заразность бедных. Хорошо, допустим, сразу. И я так понимаю, что это основной, а так как это основное, основное нужно побыстрее развивать, чтобы все было нормалек. Главное, чтобы они сейчас не закрывали все свои аэропорты, сраные, гребаные, иначе все будет печально. Причем, он, смотри, он не может размножаться, не может распространяться самолетами, потому что я не знаю почему, непонятно мне. Умение, значит, таблетки раз, хорошо, чтобы все побыстрее заражались, там богатые страны, которые... Так, потеря памяти, какая нахуй потеря памяти, сразу прям так, что ли? Периодически слюнное течение во время сна или еды немного повышает заразность. Это у меня было уже, да? Вот, потеря памяти. Свежие впечатления становятся расплывчатыми и подменяются смутными воспоминаниями. Отрицательно сказывается на ходе исследований. Отлично, почему бы нет? Замечательно, хорошая, хорошая, очень хорошая. Очень хорошая хрень. Нам получается уже сразу исследования мешают. Мы мешаем делать исследования, чтобы они особо тут... хуйню свою не творили. Допустим, ладно, ухудшение генетического способствует заражению. Это сейчас не то. Так, умение, жара, жара. Раз он плохо противостоит жаре, это нужно срочно исследовать. Потому что мы сейчас уже, смотри, спускаемся в сторону африканского континента. А там, говорят, жарко. Жарко там, говорят. Поэтому вирус там нужно распространить нормально. Так, Олимпиада в Рио будет проведена. Ну и зря, зря, зря. Скоро я, блядь, до Рио доберусь. Будете знать, что такое Олимпиада проводить при мне. А, значит, устойчивость к жаре сразу тогда еще одну вкачаем, чтобы было полезно. Ну, смотри. Ой, 1% поперло. Все, хорошо. Лекарство пошло. Лекарство пошло, и это плохо. Главное, чтобы страна не за... Ха-ха-ха! Попался, сука. Все, какой-то африканец заражен был. Нормально. Так, у нас, смотри-ка, плохо заражается Канада и Америка. Им надо сделать вот так. Это убавить скорость исследований. Сколько у меня очков-то? 8 очков ДНК. По передаче пока ничего нет. Значит, ждем. Ждем, 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 ждем. Копим, ждем, копим, копим, ждем, копим, ждем. Потерю памяти мы, по ходу дела, вовремя она у нас появилась, потому что реально это нам как-то, наверное, помогает. Медленно идет исследование, обычно оно бежит куда быстрее, чем в этот раз. Так, мало очков, ребят, надо побольше очков, 15. 15, значит, особенно в сельских странах, в урбанизированных странах, вероятность мутации, 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 здесь пока что все. Вот, смотри-ка, возрождение, способность жить в жаркой среде. Отлично, вот это нужно, вот это сразу прям, а это что такое? ДНК вируса полностью восстановлен, доступен весь генетический код неандертальского периода. Вирус способен изменить температуру... А, хорош! Это что-то типа зомби-вируса, то есть получается мы сделаем всех неандертальцами? Ну а почему бы нет? Япония посылает пузырьки, херово. Потеря зубов, ну хрен с ним. Так, ладненько, давайте. Опа, неандертальцы готовы, где они? Покажите мне их. Не знаю я где, наверное, что-то нужно развивать. Ну хорошо, попробуем, разовьем без проблем. Убивать я никого не буду, потому что нужно всех сделать неандертальцами. Это будет куда полезнее, наверное, куда веселее. Хорошо, допустим, где? Ну, по заразности я, наверное, трогать не буду. У меня и так все хорошо, и так все нормально. 33 очка, это много. Симптомы. Рост зубов хищника. Гормон вызывает рост хищных зубов и склонность к потреблению сырого мяса. Вот, наверное, где-то отсюда. Хорошо. Рост и плотность костей воссоздают нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Нередок смертельный исход. Повреждения кожи повышают заразность. Допустим. Усиленный рост костей создает давление на мозг. Травма значительно... Блин, ну где-то, наверное, с этой стороны пойдет у нас неандертальство. Тут правильно, нет? Так, умение. Здесь пока оставляем, все нормально. Главное, чтобы люди не начали очень активно и сильно заражаться. Так, что у нас там по миру? Не заражена остается только Африка вся кругом, но здесь, в принципе, мы можем через границы переходить без проблем, наверное. Так, усиленный... Смертельный... Вот он, отлично. Рекомбинация ДНК разрушает логические и эмоциональные функции мозга и приводит к полному возврату в состояние неандертальца. Отлично, 43 очка ДНК, копим, копим. Всех превратим в неандертальцев, почему бы нет? Лекарство очень медленно идет, и меня это на самом деле очень и очень сильно радует. Так, сколько там надо? 40 ракет? 40 ракет, да?
43 очка, бляха, много. 43 очка, это очень много. Ученые всего мира стараются на разработке лекарства. Нам еще нужно ученых немножечко стопорнуть. Ага, что там приобрела она? Нейро что-то типа... Ты что ли? Нечистоплотность. Снижение уровня гормонов вызывает незрелое и асоциальное поведение, мешая ходу исследований. Ухудшение... А, бляха, надо было с этой стороны до неандертальца, мы все равно дошли. Ясно, понятно, все хорошо. Просто там через смертельный исход, а здесь мы идем через мешание ученым. Давай. Отлично, еще один очок. Быстрее. Отлично. Так, вот, пожалуйста, эндерталец. А здесь у нас что? Отбирание клеток мозга приводит к повреждению участков мозга, отвечающих за язык и восприятие. Осложняет разработку вакцины. Это тоже, в принципе, неплохо, но давайте сначала вот так вот херанем. Допустим, остается сколько у нас? Один очок ДНК. Куплемия вызывает умственную и физическую деградацию больных до уровня неандертальцев. Наш мир вот-вот изменится раз и навсегда. Ха! Будете знать, сука. Будете знать, как связываться с неандертальцами. Россия первая жертва анархии. Ну, хорошо. Так, лекарство идет, ДНК не идет. Все плохо, где неандертальцы? Что-то они, по-моему, не появляются нихера. Анемия без трат очков ДНК. Но это не то. Это нам не нужно. Мы не по этой ветке идем. Очень плохо Африка заражается. Очень плохо Африка заражается. Прям отвратительно заражается Африка. Это прям печально. Нам нужно откатывать. Нужно откатить разработку вакцины, потому что все очень плохо. Африка заражается небически медленно. Очень-очень медленно. Так, Африка у нас что? Африка у нас по большей степени бедная страна. Значит, тогда... в урбанизированных, вероятность мутации. В жарких странах. Жарких. Вот это для жарких, да? 12 нужно. Ну, в принципе, вот это еще нужно тогда тоже. Но, блин, смотри-ка, 42 очка ДНК и либо комары за 12. Давайте возьмем комаров за 12, почему бы нет. О, поперло более-менее. 59 очков. Я что-то не понимаю, где неандертальцы. Человечество должно тупеть, лекарство не должно так быстро развиваться. Что за херня? Симптом агрессия. Вот это хорошо. Это, по-моему, то, что нам нужно было. Да. Замешательство и инфантилизм вызывают первобытную агрессию по отношению к окружающим. Значительно замедляет процесс лечения. Отличненько. А никаких не появляется. Я думал, появится, что это мы будем распространять. Что-то там все дела. А что-то ни хрена не появляется. Анархисты, анархисты. 29 очков. Что, есть здоровые страны? Нет? Нет, здоровых стран нет, значит, скоро все умрут. Мы сейчас бросим все силы на сосредоточение противоборства... Лекарств? Нихуя, что сказал. Короче говоря, будем противостоять разработке лекарства, потому что... Симптом различия желчи. Что такое различие желчи? Размножение вирусов в печени вызывает накопление билирубина, приводя к пожелтению кожи, глаз и слизистой оболочки. Повышает заразность. Замечательно, что такое. Скопление жидкости в брюшной полости, вызванное тяжелым циррозом. Возможен смертельный исход. Но это мы пока не будем прокачивать, это нам не нужно. Передача умения. Блин, ну в принципе я думал, что реально все будут превращаться в неандертальцев, но что-то такой хуйни не происходит. 58. Лекарство вообще, по-моему, встало просто тупо. Лекарство вообще никуда не идет. Японцы, наверное, там ебанулись совсем и перестали. Забыли, как делать самолеты. Все затупили, все тупанули, нормалек. Пытаюсь заметить, что они купили Ботсвана, бомбардируют район с очагами заражения. Вы что, блядь, ебанулись там, ботсванцы, что вы делаете? Где киста? Где моя неандертальцы, я не понимаю. Здесь же нет неандертализма какого-нибудь, нет? Но я прокачивал все правильно. Так, осложняет разработку вакцины. Ну, допустим, мы это еще вкачаем. У нас, получается, весь неандертальский подход сделан. Но неандертальцев у нас нет. Остается, смотри, чуть-чуть. Им надо как-то перегнать, наверное, умерщвление. Ну, хотя они вроде перегоняют. Чудовищный ядерный взрыв в Швеции. Ну да, здесь обгонят по-любому, потому что смотри, как быстро полетело. И опачки, спокойненько, дай-ка сюда. Ну куда вот это полезнее будет вложить-то, я хрен его знает. Мне, в принципе, ничего не надо, у меня и так все хорошо. Лекарство уже все просто остановилось. Здесь все полетело, смотри, оно, по-моему, с каждым разом все быстрее и больше заражает. Это правильно. Это правильно, потому что остались только они. Ботсвана. Ты бляха, Ботсвана. Злокачественный асцит. Что такое злокачественный асцит? Ну-ка. Это ты. Да, но мы про него читали. Так, здесь у нас печеночная недостаточность. Хроническая замена нормальных клеток печени рубцовой тканью приводит к отказу печени и скоропостижной смерти. Поражение органов и тканей вызывает инфекцию всего тела, чаще всего фатально. Но я что-то
У меня человечество тупануло, значит, отупело, и вот почему. Здесь, значит, этот, как его, если здесь все хорошо, здесь все нормально, здесь ничего не изменяется, значит, мы не можем создать неандертальца, насколько я понимаю. Ну, хрен его знает, ладно. Ну все, последний человек, да, отлично. Ну и в принципе все умирают и хорошо. Куплимия вступает в новый неандертальский период. Все население Земли умственно и физически деградировало до уровня неандертальцев. Человек разумный канул в прошлое. И все? А, типа даже умерщвлять всех не надо. Ну окей, мозг не нужен, он достижение открылось. Куплимия превращает людей в неандертальцев. Ну красиво! Нормальный сценарий, несложный, но, наверное, было бы сложнее гораздо, если бы у меня вирус сам по себе не мутировал и не дал мне расход по нижней этой херне, где замедляет скорость исследования, потери памяти. Я бы, в принципе, не стал бы развивать эти симптомы, не стал бы так сильно лекарство свое, вирус свой утяжелять, а оно, видишь, как само мутировало, короче, и тем самым помогло нам справиться со всей этой хренотенью, которая здесь, собственно, происходила. Мы вернули неандертальцев на Землю! Мы вернули! Все потупели, все умерли, как человек разумный. И просто кругом хотящие мясо, зубастые, черепастые люди появились и всех нахуй сожрали, убили, задолбили, и все, красота. Получается, осталось где-то, наверное, сколько тут осталось? 2 миллиарда неандертальцев. Они, конечно, тоже, наверное, все умрут, но мне-то какая разница. Главное, что мы сценарий затащили. А, а что, это по 3 раза можно проходить? Просто я не понял, у меня вот здесь вот появилась хрень, и вот тут хрень после прохождения. Ну, не знаю, разберемся. Так, пройденный сценарий 1% завершено. А чё одни... Какой, блядь, 1%? Ты чё, издеваешься, что ли? Тут сколько всего сценариев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 20 сценариев, 2 из которых я прошел. Это получается 10% должно быть пройдено уже. Ну, судя по всему, каждый вот этот хрень считается за какой-то процент. Ну ладно, хрен с ним. Сценарий нормальный. Мы превратили человечество в неандертальцев, все отупели, всем замечательно. А мы с тобой как были, умняшками так и остались. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.